Так. Начинаем запись момента тимфайта у дракона в первой проигранной карточке. У противника 3 дракона. Сейчас будет 4 дракон. И хентаковая душа. Значит, мы собираемся у дракона. По золоту где-то 2000. Перекачу противника. Так, поехали. То есть вот, Vision у нас есть, у них тоже есть. Все, он стоит, один ждет. Я не ожидал вот это увидеть. Думал, тут бард, конечно, влетел так. Ну, стал бить его, в принципе. Ну и нормально. Люкса только бежит, но он еще дальше, спака бежит. Нас тут ближе даже, нас больше. Раньше подойдем. Я его побил, снял броню, замедлил на этом. Луч мимо. А потом подбенаж хороший. Смог подходит. Вот, не через лес пошел. Проблема. Проблема, что смог пошел. Как бы не смерти с Тима отсюда. Отсюда. То есть он один, во-первых, но не могут отсюда выйти еще. Он позиционка так себе. Карма отстает. Люкса летит. Дальше так учился на Люксу. Люксу не ел. Будет прокаст. Все, он умирает. Я тут файчусь с двумя челами. Люкса убегает на лоу хп. Вот мы видим, у нас файтер разбился. То есть мертвый Сион побеждал на Смога, который стоит один. То есть Смогу сейчас, наверное, стоило бы идти к своей команде. Если это возможно. Кстати, замечу, что вот реально файт хорошо начинался. Сет ТП-шится, двое врага отстают. Мы уже убили Сиона. Тут Нуну и Люкса осталось. Так, Нуну улетит. Нуну убивает меня ультой. Мертвый Сион через Смога. Остальная команда сосредоточилась на Леснике. Пробегают. Опа. Кейтлин улетит Смога. Смога хп почти нет. Но труп Сиона мертв. Тут догнать тоже не смогли, уже все вернулись. Вот, в принципе, что мы имеем. Вражеская команда потеряла Сиона. Сдох я на Вай. Да. Но тут Вижен. Тут Вижен, конечно. Поэтому, скорее всего, они запалили на этом варду. Ария видела, что Смога мало хп. И он тут бьет, грампач будет бить. То есть, не знаю, я бы все-таки бэковся, типа, потом как-то бежал. Чем без хп так оставаться. Ну, кстати, вард кончился. Ну, что-то взорвалось. А, вард просветили. То есть было видно, кстати. Было видно, что противник знает, что смог тут без хп стоять. Что синий просветил вард. Ну, Аришка подошла, собственно, ждет. Вражеская Люкса, кстати, тоже без хп. То есть, если, в принципе, команда в равных практически силах. Риф флешуется. Убивает много. Ну, не знаю, это, можно сказать, патовая ситуация, что можно сказать. Ну тут уже запалили, надо сразу было бэкаться. Типа стоять бить грампа, какой смысл, если тебя убьют. Ну, в итоге Ари убила Смога, у нас трое на 4.
команда не хочет уходить. Ари дает контроль по сету. Луч попадает. Дэмэдж. Алекса сзади, сзади. Да. Ну, все, кто один бежит, пытается его контролить, контролить. И Тима уже умирает. Он смайт. Саппорт в это время сажается с Люксой. У Тини уже остается один против троих. Люкса отогнанная, саппорт возвращается. Люкса откатывается ульт, она улетит. На 2 наши красненькие, не все заберет драк, хотя при том смайт там нету, но он дал дракон. Лидеры АДК убивают Тини, остается один саппорт, и в принципе все понятно, драк забирается, и значит. Господи, саппорт еще надо.